что это? Это журнал «Мода». Нифига себе. По этому журналу нам подбирают джинсам вот такие летние всякие наряды. Будь здорова. Ой, простите, я чекнула. Вот, и сейчас я смотрю вот такие вот всякие блузочки. Для парти, как всегда, которые я очень люблю. И комбинезоночки очень классные. Ой, у нас рука. Ходила вот такой вот на пятом месяце беременности, вот видите. Ой, температура. Живот болит. У тебя нет, потому что я что-то холодно ношусь к работе. Не идет? Да, ты тоже считаешь, что я холодно ношусь к работе? Нет, а почему? Потому что ты дура, понятно? Так, так, засняли скандал. А он дура, давай ругаться, как будто тебе. Потом, знаешь, когда начнется. Съемочная группа ОРТ. Это вот наша Ирочка. А это мои вот халатные работники. Это мои холопы. Так, вот это кто в клетчатой рубашке? Это холоп Сергей. Спасибо. Режиссер наш. Он подрабатывает оператором, а вообще он слесарь. А это Стас. Он электрик, но сегодня он осветитель. Я бы сказал, что она работает, так, но вот ей приходится днем уходить на другую работу. Все в интернете будет. Сережа снимает детали. Мишка, какая ветка снимает тебя детали? И говорю, о май гад, что этот стилист на меня надел? Это ужас! Да, вот так? Да. Иу, что за странная одежда? Неужели ее можно носить? У меня заболела голова, пойду куплю себе шубку. Ой, надо третью уводить участницу. Да, нет, это без срочно. Это джинсы от Армани, а майка сама сшила. Отсюда подходить мне? Да-да-да, сейчас уйду. Привет, сейчас у нас съемочный процесс на телеканале ОРТ. Нас одели в ужасную одежду, Тамарыч. А? Можно подходить к зеркалу? Иди. Ой. Таня, а вы можете еще разочек... Но ближе к зеркалу подойти. Ладно. Вот оттуда далеко не надо уходить. Сейчас. Да, куда я иду? Да и в зеркало уйду сейчас. Все, можно. Все? А вот так, ага. Волосы поправить? Ага, хорошо, так, сейчас. Как хорошо, если я ужасно выгляжу. Почему хорошо, не хорошо? Не аутист? Чуть-чуть назад отходите. Вот зеркало как будто полосеет за мной. Это зеркало. Вовремя. Еще можно походить. Ага. Ну все, спасибо. Спасибо, такой же случай. Таня, хорошо стоишь? Таня, Миша, ну... Я думала, что здесь. Ты синхрон сейчас снимали, едет? Нет, вообще... Нет, далеко выходить. Да, синхрон. На месте, раз. Вот, ага. В одном месте. Спасибо. Ты. Куда ты с деньгами? Хозяйственно. Разбей раком вообще. Что, напилишь? Нет, просто уронил что-то, и оно треснуло. Ну, дешево. Откуда уронил? Все? Ага. Снято? Снято. Так, Таня, ну-ка еще раз, постой-ка там. Че? Стой, еще раз поделай. Да, все просто хорошо опять делала. Опять уходить заново? Ну да. Давай еще раз, Таня. Ну, так хорошо делала. Я так хорошо все делала. А да, можно. Вы что, не снимаете, что ли? Танцуй. Все остановились.
елки, совсем не в этой одежде я чувствую себя геем. Ой, не геем. Лесбиянкой актив, которая выполняет в паре роль мужчины. Чтобы с тобой еще сейчас закончить, надевайся в свою одежду. Да. И тебя подснимут в свою одежду. А вы как, не надо снимать? Он очень вот здесь, да. Нет, я бы все равно про это вспомнила. Ничего ты не вспомнила. Подожди, давай не это взять. Давай чуть-чуть вместе. Привет, тёлочка, как дела? Я гей сегодня. Ты на трансуху похожа. Кого? На трансуху. Посылай поцелуй, я пойду, Антон. Так, как будто бы зеркало.